Популярные эстрадные, военные и народные. Петропавловск встречал один из самых знаменитых ансамблей Национальной гвардии страны. Коллектив хорошо известен в Казахстане, знают его и за рубежом. В него входят мужской хор, солисты, оркестр и танцевальная группа. Всего порядка 100 человек. Для североказахстанцев они подготовили богатую концертную программу. Особенно зрителям понравилось живое исполнение и игра оркестра. Ансамбль – это синтез разных жанров. Здесь есть военный хор, танцы, оркестр, солисты. Я думаю, сегодня петропавловцам все понравится. Интерес – это в аранжировках. Старые наши песни в новом обработанном аранжировке.